Состязание по бадминтону «Валан над Бугом» – это открытый турнир с участием спортсменов Беларуси и России. В числе участников и более 30 воспитанников Брестской спортивной школы Олимпийского резерва профсоюзов, а также члены национальной команды. 83 участника у нас с двух стран, с России и с Беларуси. Уровень довольно-таки высокий, так как это открытый международный турнир. Турнир проходит в двух возрастных категориях. Это взрослые профессионалы, а также юниоры у 15 до 15 лет. Это 2009 год и младше. Самый молодой участник – это 2015 год. Ну, всего лишь 7 лет. Бадминтон – это не просто красивый, но и доступный вид спорта. А что наиболее важно, занятия развивают ряд полезных навыков, укрепляя спортсмена комплексно. С 7 лет мы производим набор в детскую специализированную школу по бадминтону. В принципе, допуск врача и желание самого спортсмена – это все, что необходимо. В этом виде спорта все главное – и физическое развитие, и техническое, и умственные качества, как у шахматиста. Перспектива лучших игроков турнира «Валан над Бугом» – это поездка на большой международный турнир, который должен состояться в Санкт-Петербурге в конце мая. А пока нельзя расслабляться, соперники весьма серьезные. Я начал заниматься 3 года назад, много раз выигрывал, и тут я тоже планирую. Я планирую 3 первых места. Я давно пером не играла, но так классно сыграла, выиграла в 2 партии. Мне понравилось очень. Еще классно, что тут со всего Белоруссии и с России приехали. Мне понравилось. Соревнования завершатся в пятницу, 5 мая. Спортсменов и болельщиков ждут финалы всех категорий. Роман Аншиц, Александр Севицкий, телерадиокомпания «Брест».